Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня майнер TRX LTD. Пригласили меня сегодня вот такой вот майнер. И, конечно же, я не могла пройти мимо. Платье, друзья, абсолютно без вложений, так как я зашла, и пока я гуляла по сайту, мне накапала монетка, и я сразу же проверила абсолютно без вложений. На вывод пришел, все замечательно. Здесь видим, да, народ выводит 14 секунд назад, 33 секунды назад, вот такой вот количество, да, даже, ну, не густо, но тем не менее без вложений, что мы хотим. Вот 2 минуты и так далее. Вот, значит, старт майнинг или сиган ин, тут без разницы, тут чисто прописываем, платит инстант на фаусет пей, прописываем просто электронную почту от фаусет пей, кликаем. И попадаем в кабинет. Без вложений можно выводить вроде бы до 5 раз в день. Так что без вложений можно и работать. И вот у меня тут капают монеты мои. Бонус дают при регистрации 0.06 МХС. Хэш-повер этот. Так что, кому интересно, работайте и зарабатывайте. Здесь вот почта и как бы выход, да? Колокольчик здесь как бы написан, что бонус тут, да? ВХС, Сиган Уп. И что? Вот у меня такое количество. Сейчас я так. Я хочу вот вывести вот эту сумму. Да, его фиг скопируешь. Ладно, сейчас я. Так, как бы это все дело скопировать. Да, блин, сколько там нулей? 1, 2, 3, 4 нуля, да, после точки. А что я еще хотела сейчас? Депозиты. То, что у меня нет депозита, я еще не депонировала. Минимальный депозит. Видим, да? Такой вот. Минимальный депозит здесь по желанию от 3 монет. Вот депозит, история депозитов. У меня по нулям, как видишь, как видите, нет депозитов. Заходим на домашнюю страничку. Сейчас будем выводить. Значит, вывод. Вывод. Вот минимальная сумма видно, да, на вывод. И 0.1, 2, 3, 4, 5. Вот такая сумма, да, у меня 4 с нуля. 2, 3, 4. Кликаю вывод. Ну и что там сейчас обновиться? Видим, да? Это мой второй вывод. Первый вывод я вот выводила, друзья. Смотрите, вот такое количество трона. Второй вывод, вот такое количество у меня. Это 28 числа. Сейчас перейдем на Faucet Pay и посмотрим наш вывод. Так, TRX LTD майнер. Вот это вот у меня первый мой вывод. Такое вот количество монет. И второй вывод. Сейчас вот я при вас сделала такое количество монет. 28 января. Все шикарно. Абсолютно без вложений. Платит. Как я сказала, что депозит. Это все по желанию. Ну, а тут вот уведомление-то висит. Так,
в обкладочках «Рефералы» находится наша партнерская ссылка. Опускаемся ниже. Вот она. Кому надо. И я сделаю депозит, конечно. Не забываем, что любые инвестиции в интернет – это всегда риск. Я рискую своими монетами, вы же сами думаете. Вот моя мощность. Так, и я... Что, минимальная мощность здесь от 3 монет. Видим. Минимум 3 мощности – это 3 монеты. Ну, я закину 5 монет, пусть будут крутиться. Бью. И что, мне должны сейчас адрес дать? Куда я должна буду перейти? Ага. А что это меня на... Понятненько. Ух ты, как это тут. Нет. Нет. Я не сделаю депозит. Я сделаю... Потому что, видите, перебросила. А я даже не знаю, сколько у меня на фаусет пэй монет. А что у меня? Я не сделаю. У меня нету монет. А у меня нету монет на фаусет пэй. Я такое впервые вижу. Так. Так, так, так. Сейчас посмотрим. Что у меня здесь по монетам? Господи, куда я иду? Вот дурил, да я. А мне нечего выводить. У меня тронов нету. Ну, ясненько. Ну, ладно. Тогда. Ну и ладно, шоколадно. Я думала, дадут адрес, можно с любого кошелька пополнить. Нет. Не, значит, нет. Будем работать без вложения. Как-то так. В общем, с вложениями я думала стронглинка пополнить. А у меня нету монет на фаусет. Я все вывела. Вот. Ну, кому интересно, работайте, зарабатывайте. Неинтересно, пройдите мимо. Здесь как бы... профиль калькулятора, если бы я закинула 5 монет. Фигня выскакивает. И вот здесь, если бы я закинула 5 монет. Да что ты? Не дает мне посмотреть. Да ладно, ну вот я смотрела, там показывается как бы мощность, сколько здесь за один день, за 3-5, ну и так далее. Всем удачи, больших заработков, берегите себя и своих близких, до новых встреч.